Филиппинец Мэнни Пакьяо не смог отстоять титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации в полусреднем весе. В 12-раундовом поединке в австралийском городе Брисбен он проиграл хозяину ринга Джеффу Хорну по очкам. Пакьяо – единственный боксер, становившийся чемпионом мира в 8 весовых категориях, от наилегчайшего до первого среднего. Я пошел на этот бой с огромной верой в себя. Я и раньше верил в себя, но теперь, когда мне покорилась гора под названием Пакьяо, стоит оглянуться вокруг и найти себе других соперников. По сложному списку 38-летнего Пакьяо теперь 59 побед, 7 поражений и 2 ничьи. Он уже заявил, что будет добиваться реванша. На счету 29-летнего Хорна 17 побед, 1 поражение и 1 ничья. Титул чемпиона мира он завоевал впервые.